Я мера мироздания, и глубина, и ширина, и воплощение знания. Я корень слов, источник жизни и миров. Я формирую бытие твое, ее, вселенной всей. Источник я любви своей, которой космос заполняю. Я так живу и процветаю, и буду жить и процветать. Любовь и счастье воплощать, заполню этим все миры. Где буду я, где будешь ты? Ведь я и ты – две меры этой красоты. 9 декабря – день Юрия Егория Зимнего. Память о священной храме великомученика Георгия в Киеве. Родители Георгия были христианами, воспитывали сына в вере и благочестии. Прекрасно проявив себя, он находился на военной службе. Во время гонений на христиан Григорий раздал имущество бедным людям и открыто заявил, что является христианином. Был подвергнут многочисленным пыткам перед смертью. Георгий перекрестил статую Аполлона, после чего идолы в храме разрушились. В народе этот день называли днем Юрия Холодного, Юрия Зимнего, Егорьев день. Сегодня следовало окончательно раздать все имеющиеся долги, чтобы всю жизнь в должниках не ходить, и можно было крестьянам перейти от одного хозяина к другому. Этот обычай был отменен Борисом Годуновым, но фраза «Вот тебе, бабушка, и Юрий в день» осталась в народе, означая упущенную возможность. Время было очень холодное, потому забивали двери войлоком или рогожей, а также конопатили погреба и окна, чтобы защититься от сильных морозов. Народ отправлялся к колодцам послушать воду. Если вода сегодня была тихая и без волнений, то зима будет теплая, без метели и морозов. Если же со дна колодца слышался шум и гул, то зима будет морозной, с вьюгами и метелями. Если сегодня собирались в дальнюю дорогу, то обязательно заказывали молебен в церкви. Святого Григория считали защитником домашних животных. Ему молились о безопасности и здоровье скота. Были распространены различные обряды. Например, сегодня бросали уголь в воду, а потом несколько угольков относили в сараи, где находились домашние звери и птицы, чтобы защитить их от диких животных. Приметы. Если на Егория Зимнего выпадает много снега, то на Егория Весеннего, это 6 мая, будет уже трава. Если на Егория деревья покрываются инеем, это к теплу. Если сегодня вечерняя заря быстро перегорает, к оттепели. Устойчивая метель в течение всего дня, будет раннее роение пчел. Сегодня выпал иней, хорошим урожаю. Есть особый день в году, наступает в темноту, Новым годом он зовется и для всех людей дается. Шелестят конфет обертки, там мандарин стоит и наряженная елка. Огоньками нас манит. Веселись, народ. Наступает новый год. Он врачу нам несет, он подарки раздает. Радость и любовь несет, это новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебства мы жадно ждем, и почеканье бокалом ходит счастьем в каждый дом. Веселись, народ, наступает новый год. Что нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый год. Так и спи, дружок сердечный, наливай бокал скорей, загадай свое желание и под звон курорта пей. Веселись, народ, наступает новый год. Что
нам несет, он подарки раздает. Разве любовь несет, это на новый год. Ти-ти-дам-бам-пи-бум-бам, ди-ди-дам-бам-бам-бам, ди-ди-дам-бам-бам, ди-ди-дам-бам-бам-бам-бам-бам.